В детском саду номер 18 на тему «Огонь – опасная игра» подготовили часовое представление, главными героями которого стали сами дети. Они разыграли сценарий известной сказки «Братьев Гримм», но на новый лад. Когда ушла мама-коза, главным врагом козлят стал не волк, а огонь, который они неосторожно развели в избе. На помощь козлятам прибыла служба МЧС. Маленькие спасатели быстро справились с огнем и эвакуировали пострадавших. Дошколяты в игровой форме продемонстрировали знания правил противопожарной безопасности и показали, как правильно вести себя в случае возгорания. К мероприятию воспитатели готовили их несколько недель. За это время ребята усвоили самые главные правила. Нужно убегать на улицу, а потом звонить. 101. Без разрешения взрослых. Детям нельзя брать спички. Пожалуй, по 101 позвонить. Нельзя оставаться одним. Взрослыми должны приглядывать. Именно вот в этом возрасте дети запоминают все эти правила пожарной безопасности, навыки в обращении с огнем. Они умеют тогда ориентироваться в любой чрезвычайной ситуации. И сегодня мы это наглядно увидели, как можно весело, интересно привить эти правила детям. Руководитель Центра противопожарной безопасности поставила ребятам оценку «отлично» и подарила символический тревожный чемоданчик, чтобы они не забывали о полученных знаниях.